Девочки, привет. Стою, смотрю на подстригаться, на волосы опять красить. А у меня что-то не знаю, лень. Короче, пошла вчера на работу. 2 недели меня не было. Ужас. Ужас, я думала, оно не закончится никогда. Выгребала, выгребала. Думала, николи не выгребу. Знаете чего? Я вот сегодня сижу полдня на этом кефире. Мне уже окефирило вот это. Это вот очищение организма, разгрузочный день, что-то мне не хочется. Знаете, как в том анекдоте, не пейте там какой-то чай, типа это самое, для похудения. Ехала с работы домой, стояла в пробке, и в пробке прям похудела. Так и этот мне кефир уже скоро через всех дыр пойдет, честное слово. Я вот так думаю, сварю себе овсяночки. Так, на таком вода-молоко. Типа молоко, типа вода. Ой, что это ложка? Не та. Юлька сегодня говорит, давай пошли уже спортом заниматься. Мне уже так говорит. Я говорю, ну давай сходим. Попробуем. Ну, в смысле спортом, на беговую дорожку эту ходить. Потому что это, сейчас-то не походишь. Вот это вот сколько недель у нас льет. Уму непостижимо. То уму непостижимо. Льет и льет, льет и льет. С утра до ночи льет и льет. Какой-то беспредел прям. Сварю себе типа не знаю что. Ложка чуть не утонула. То ли суп, то ли каша. Не поймешь. Ну вот схожу после работы. Похожу на беговой дорожке. А то за Новый год, за Рождество столько было съедено, девочки, что приходится теперь организм разгружать. Такие вот дела. Девочки, сделала, буквально закипела, сразу выключила ее. Можно сказать, на воде. Без масла, без сахаров. Да. Вкусненько мы любим покушать. А потом... Сейчас Николь тоже пришла со школы. В смысле со школы? Сейчас пошла работать опять. Сейчас у нее стадия работы. Второй день работает. И вот это вот, понимаете, приходит и начинает вещать, вещать, вещать. Все, пока все больных не перескажет. С какими заболеваниями поступили. С какими отступили. Чем лечат, чем не лечат. Мама дорогая, это выслушать. Это вообще голова потом вот такая. Она вот сейчас пришла. Мне эту всю информацию выдала. Оделась опять и ушла. Чё приходила, так я и не поняла. Страсти. Сережа лежит. Сон час у него отдыхает. От выходных дней. Ему на работу штука 10-го. Не работает человек, а отдыхает. Вот где справедливость? На апельсины вас поставлю. Вот так. Вот где справедливость? Утомился. Вчера ребра себе делал в духовочке. Поел их. Еще мне предлагать наглая морда. Я говорю, ты что, перестань, даже думать не моги. Девочки. Так, время 3 часа. У нас что 3 часа дня, что 6 вечера. Темно, как в джунглях. Я вообще люблю овсянку, я бы ее каждый день ела. Надо будет это купить побольше и питаться овсянками.
Волосы уже отросли. Надо спросить, когда парикмахер будет. Сейчас овсянкой перекушу. И вечером пойдем заниматься спортом. Надо браться немножко для себя. Насколько мне хватит, я не знаю. Прям не знаю я. Почему-то зимой нету никакого желания чем-то заниматься. Вот что открыла холодильник? Закрываю. Салат вчера себе купила зеленый. Сегодня встаю утром, открываю, нету, ушел куда-то. Оказывается, Николь сперла на работу. Еще знаете что? Ложечки чайные. Вот сейчас она опять ушла. Я сказала, верни мне чайные ложечки. Она все время берет на работу свои ложечки с йогуртом. Нету ложечек. Нету, все. Где она их, кому она их там дарит, где она их там оставляет, где она их забывает, не знаю. Ложечек маленьких нету. Это вообще жесть. Сперли ложечки, девочки, в доме. Кошмар. Не погодь у нас, не погодь. А сегодня смотрела Иркутск, всего лишь минус 44. Я так подумала, думаю, ни хрена себе, так мы в Африке вообще живем. Это же просто у нас замечательная погода по сравнению с Иркутском, девочки. А там это же, это среднее, а там же бывает, ого, сколько. Что с яблоком может сделать или так пойдете? Я думаю, мне и так зайдет нехиленько. Такие вот еды. Что вы, девочки, думаете, у меня такая морда красная? А потому что у нас в роду у всех морды красные. Побегала Алена часок. Короче, решили мы, вернее, решила я, раз уж обещала с Нового года, займусь собой, значит, займусь. Это же капец, девочки, за 42 года. В спортзал первый раз пойти. Ну, мы, правда, летом бегаем. Зимой-то негде, пришлось идти. Цельных почти 400 калорий сожгла. Вы представляете? Час бегать. А если мне их набрать? Мне ж 5 минут хватит, чтобы их набрать. Это кошмар. Серёжа испугался. Сейчас бы как-то еще до ванны дойти. И все нормально будет. Снимите с меня. Ой, спотелась я нечаянно. Черное надо одевать. Ну, короче, что, попробовала я сегодня первый день. Ой, куда бы жопу приземлить? Я думала, на той дорожке сдохну просто. Че, когда я последний раз ходила? Такие марафоны. Завтра на золотую медаль пойду. Жесть. Хорошо, что рядышком. Быстренько чик-чик, уже дома. Короче, Николя, с мамой завтра пойдешь марафонить. Смотри, на мне дули показывают. Кто меня помоет, 5 евро дам. Николя, а ты что, на работе моешь людей, а мать родную помыть не могёт? Ты видишь, я не могу встать уже. Лень. У меня ноги отняло. Знаешь, когда последний раз спорт делала? В 10 классе, в 11 не делала. В 11 классе я в начале, короче, порвала мениску на ноге, да? Порвала и, короче, в гипсе месяц проторчала.
А потом, короче, дали мне освобождение на 3 месяца от физкультуры. И так тройку они плохо написали в справке. Я думаю, подправлю-ка я эту троечку, девочки. Подправила на 9. И вот так, 11 класс, на спорт я не ходила. Так, дома побегаешь чуть-чуть и все. Но я разговариваю, что в параллель-то мне трещать, трещотка. Сегодня я пришла с работы, выслушала целый час, сейчас опять трещит. Да что ты говоришь? Что-то у тебя, ты работаешь со стариками со склерозом, у тебя, по-моему, тоже. Что это такое? И нафиг оно тебе? Выписывала опять какой-то фигни китайской. Вот что это такое? Какая-то сумочка. А гирлянда тебе зачем? Новый год закончился. А вот это что такое? Вот это что такое? А вот это зачем? Это для Arbeit. А если это для Arbeit, почему оно сегодня на столе осталось? Ой, девочки, сходила в душ. Пока сходила в душ, да, взяла мне с телефона, все постирала, то, что я снимала. Видишь ли, она попала в объектив. Ой, в розыске, наверное. Разыскивает ее. Кошмар. Фу, короче. Завтра опять надо ж будет идти туда. Ну, одно успокаивает, что еще толще меня есть. Я думала, я один слоник на белом свете. А нет, я сижу. Че, Сережа, пойдешь на спорт? Угу, пойдешь. Короче, вот такие вот дела. Будем посмотреть, что получится. Насколько меня хватит. Нервы мои, насколько хватит. Так что. Вот так-то неделя началась. Девочки, вы, пожалуйста, подписывайтесь, кто смотрит просто так. Ставьте лайки, пожалуйста. Комментарии оставляйте. А то, если будет сильно-сильно пусто, прикроют нахрен лавочку-то мою и все. Будьте так любезны.